Всем привет, с вами Рома DVD. Сегодня мы будем смотреть, что же за страшная зверь такой рандом в игре Warface. Потому что мне на самом деле интересно, ведь я уже потратил хуеву тучу денег на Юсос. Вот я выбивал конкретно только Юсос, я потратил очень много на него денег. Я реально мог бы за эти деньги купить, наверное, половину настоящего Юсоса, блять, если бы он был в свободной продаже. Вот, но мне выдали на 2 месяца Caltech Shotgun. Им я играю, да больше даже, чем 2 месяца. Я уже месяц играю им. Месяца на 3 мне его выдали. Вот, нож, пистолет, что вы видите, и красный дым, короче, и вот эти гранаты. То есть вот это все дали мне вместо Юсоса. Денег, конечно, очень жалко, но мне интересно действительно. Кто-то говорит, вот у меня знакомый товарищ по игре, по Warface, он за 1500 рублей выбил себе АС-50 и выбил себе Сайгу 12С совершенно случайно на последнюю как бы коробку. Вот, а я сколько не тратил на Юсос, все бесполезно и вообще это глупо. И никакие схемы на самом деле не работают, все проверено. И после обновлений, и ночью, и утром, и после рестарта по Москве. И вообще, по 5 коробок, по 3, по 1, и дохуя сразу. И ничего на самом деле не работает из этого вышеперечисленного. И я уже склоняюсь к тому мнению, что, мне кажется, удача выбивания коробок зависит непосредственно от самого аккаунта. То есть, может быть, какого-то числа вот созданные аккаунты там определенного месяца, там я не знаю, как это вообще. Может быть, рандомно аккаунт выбирается, на котором оружие будет выпадать, а на котором ты будешь сливать кучу бабок и нихера не сольешь. То есть, есть люди, которые за 1000 рублей выбивают абсолютно все коробочное оружие. То есть, действительно, есть такие люди. Есть такие люди, как я, которые тратят как долбоебы кучу денег и абсолютно ничего не получает, совсем и совершенно. То есть я уже забил как бы на это дело, больше я не буду тратиться на коробочные стволы. Может быть, не факт, конечно, потому что навык игры совершенствуется и становится играть как бы интереснее, потому что начинает получаться, так сказать, играть, в отличие от того, что было раньше. Давайте, наверное, посмотрим. Пойдем в магазин и купим коробки удачи. У меня на самом деле уже есть 2 Desert Eagle. У меня есть уже автомат Калашникова 47, который находится в коробке удачи за варбаксы. Но мы сейчас будем тянуть коробку с Desert Eagle и посмотрим, с какой коробки мы его выбьем и выбьем ли мы его вообще. Рандом такой рандом, давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, как вы можете видеть, я выбил третий Desert Eagle буквально с 5 коробок. На первый Desert Eagle я потратил сразу, которые мне деньги дали за регистрацию аккаунта. Ну как за регистрацию, за прохождение учебки, так сказать, за обучающий курс. Мне дали там что-то там 9 с копейками тысяч варбаксов, и я за 6, по-моему, тысяч варбаксов выбил Desert Eagle сразу. Потом подкопил, что-то у меня было около 27 тысяч, и появился автомат Калашникова 47, и я потратил на него 13 тысяч варбаксов, 13. Ну, блять, ну Юсос мне вообще никак не идет, просто Юсос не идет, очень жаль, очень хочется эту пушку, но сколько сливать можно деньги на нее, я не представляю просто. Давайте посмотрим, где у нас коробка удачи с автоматом Калашникова. Как видели, 5 коробок всего. Ушло на дигл. Я думаю, Калашников, ну, 1010 я, может быть, варбаксов на него солью. На шагающих утят, быть похожими хотят, быть похожими хотят. Можно хвостика трепнуть и пуститься в дальний путь. Даже толстый бегемот, неуклюжий бегемот, а куда не отстает. На мгновение надо,
70 лет, за утятами во след. Вместе солнце, речка, дом, кружат танцы, озорном, кружат танцы, озорном. Неуклюжий бегемот ничего не разберет, но обязательно пойдет. И вот, как вы можете видеть, я потратил на него 15 тысяч, даже меньше, порядка 13,5 тысяч. И вот автомат Калашникова. Ну почему мне с Юсосом не везет? Вот я просто этого не понимаю. Ну как это, блин? Столько денег на Юсос просрать, и обидно на самом деле, просто очень обидно. Если бы разработчики сказали, платите за Юсос, допустим, там определенную сумму, которую вы хотите. Ну, там разработчики сами бы называли определенную сумму, за которую просто мы его можно купить. Если хочешь, можешь выбивать, а если хочешь, можно как бы купить. То я думаю, что большинство людей, просто отчаявшись выбить, покупали бы и все Юсос. Я бы тоже его лично купил и не стал бы париться этими коробками, боясь просрать еще больше. Вот. Ну, что касается штурмовика, пожалуйста, у меня два автомата Калашникова, то есть вот он, АК-47 раз и АК-47-2, вот он, то есть их два штуки у меня. А что касается пистолетов, тут аж целых три Desert Eagle, раз, два, вот он три, то есть три Дигла, раз, два, три, это просто, блин, это жесть на самом деле, потому что я хочу себе, блядь, Юсос. Я не хочу АК, я не хочу Дигл, я хочу Юсос. Но, как говорится, любовь повернулась ко мне задом, или как, я не знаю вообще, что это. К сожалению, пока что ничего. Ну да ладно. Не будем, как говорится, унывать, отчаиваться. Будем думать, стоит ли дальше вообще выбивать... тратить деньги на Юсос. Я думаю, что нет. Я выбил себе... Как выбил? Я открыл себе Бинелли. Меня этот ствол очень радует. Я думаю, что я все-таки, наверное, успокоюсь на этом и не буду больше деньги тратить на коробочное оружие, которое за кредиты на коробке удачи, потому что это, как говорится, сливать бабло впустую, что-то жаба слишком сильно давит. Я понимаю, что если бы я выбил за потраченные деньги, потому что я реально их много слил, если бы выбил, ну, как-то понятно. Я бы еще что-то выбивал. Ну, на одну пушку слить столько бабла, это просто жалко. Я специально не говорю сколько, потому что кто-то из вас скажет, ты долбоеб, парень, и будет отчасти, наверное, прав. В общем, переходите по ссылке в описании. Это реферальная ссылка, которая даст вам VIP-бонус на 2 дня к вашему аккаунту, который вы зарегистрируете по этой ссылке. Играйте в Warface. Если кому-то интересно, я играю на сервере Альфа. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.
Все, с вами Рома DVD. Пока, пока, пока. Thank you.